Ну, хорош. Синхронное видео по всем знакомой контре. Соотношение звука вроде выставлено правильно. Посмотрим на результат. Кстати, у меня в детстве на картриджах никогда не попадалось контра в такой вот версии с заставками. У меня просто сразу начинался первый уровень после нажатия кнопки старт. Лоханулся. Да, что-то еще могу. Хотя, конечно, не так, как раньше. Со второго моста уже полетел. Thank you.
Первый отвод корабля уничтожен. Да. Сейчас это уже все равно не так впечатляет. Хотя попадись мне такая в юношестве с заставками, она бы, конечно, будоражила больше, чем обычная версия контры. О, на этих камнях, помню, жизни убивали. Давай. Пошло. Все-таки прошел. Хотя оружие все слетело. Thank you.
Раньше я играл намного лучше. Ну ладно. В конце концов, никаких условий я себе не ставил для прохождения, так что... Как есть, так и есть. Этот уровень жесткий. Пройду ли? Неизвестно.
И стволам, да. Осторожно. Все, пошел уважать. Самый быстрый слив уровня.
Так, пришло сообщение на телефон. Не в тему. Это сообщение. Целых два конта потрачено за прохождение, но все-таки пройдено в очередной раз. Ну, честно скажу, сыграл довольно-таки херово, но бог с ним. Как сыграл, так и сыграл. Сколько смешных фамилий. В детстве это была даже своеобразная фишка. Ну, это уже вокализаторы наши пошли. Вот над японскими фамилиями угорать было весьма интересно. Ну, тогда. Сейчас этому уже не было интересно. В общем, контра пройдена. Не так, как хотелось бы, но... Ну, думаю, на этом мы и завершим запись.